Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Forest. Поехали. Так, одиночка, конечно же. Что-то вы мне там написали, каких-то зомбарей. Зомбаря можно прокачать до уровня терминатора. Это что, серьезно, или это вы так прикалываетесь? И спасибо за подсказки по поводу генератора. То есть генератор должен работать, чтобы у нас с тобой работали наши турели. Это раз, и во-вторых, чтобы работали эти, как его, электрические стенки, да? Колючая проволока. Так, ну что, наши бойцы тут готовы. Я не понимаю, почему вот этот вот чувак похож на какого-то маньячелу, убийцу. Начать день. Давай начнем. А, сейчас же на нас побегут зомби. Ё-моё, давай-ка ускоримся и посмотрим. Турельки будут мои работать или нет? Нет, ребят, я не знаю. Генератор, в принципе, работает, но турель почему-то не стреляет. Так, надо будет чинить пушки, потому что что-то вообще они тут переклинивает. Ё-моё, это 18-й день, это, смотри, сколько их тут прет. Это уже серьезная заявочка. Так, Степан плохо закрыл загон для зомби, ночью часть зомби разбежалась. Степан, а по мозгам хочешь получить, а? Какого лешего ты, блин, плохо закрыл загон, а? Фига он парень дает. Так, ладно, мы с тобой крутим рулетку. В принципе, мне здесь только нравится либо билеты, либо запчасти. Даже помповое ружье это мне не особо нравится. Вот удочку еще можно было бы. Давай удочку мне. Буду отправлять своих ребят на рыбалку. Ну, давай. Ать, хорошечно, ребята. Удочку мы с тобой получили. Так, что у нас тут? Кто-то получил уровень. О. И селеночки прокачаем. Все вроде бы, да? Больше здесь пока мы ничего сделать не сможем. Единственное, что можно отправиться. Отправиться нам с тобой в лес. Подожди секунду, в лес. Я, наверное, все-таки... Блин, у нас не хватает золота, да, с тобой? Починку. Надо сделать нам починочку 83%. Так, 60%. Инвентарь 80%. Так... Тут вот это, наверное, надо. Хотя не знаю, ребята, тут 97, 94, 93. Драгунова. Слушай, а почему же он тогда, неужели на 70 он уже начинает клинить? Может быть, вот этот вот? Давай починим. У нас с тобой, кстати, очень мало рем-пакетов. Я не знаю, может быть, к торгашу. Где у нас там торгаш-то? Так, у вас нет такого зомби, да? 120 еды. Ух ты. ПП-19 Бизон. Габриэль, 15 уровня. Неужели мне такого зомби нету? Нет, ну 15 уровня может быть и нету. Но сам зомбарь-то такой, нет? Нету его. Фиг его знает. Ну что? Торговец-то где у нас? Я уже забыл. Это не то. Покормить. Не буду я пока никого кормить. Слушай, подожди секунду. Убить зомби, это все понятно. Поймать зомби. Вот он торгаш, да? Запчасти, что ты потребуешь? Ну ты жмот. Нет, я не жмот. Ну-ка, сколько ты подпросишь древесины у меня? За одну детальку. Ну вот кто еще говорили вот... Ага, ребята, все правильно. Спасибо за подсказку, кто говорил, что кликать надо на этого зомби, который появляется внизу. Я раньше думал, что это так для прикола появляется он. Ты вот сейчас серьезно, что ли? Ты посмотри, я ему уже почти, ребят, почти 100. Уже больше древесины даю за одну деталь. Так, вот он теперь только по рукам. 114, ладно, я обменяю, друзья мои, я обменяю. Так, с едой, по-моему, у нас пока все хорошо, это нам не нужно. И погнали-ка мы с тобой в лес. Погнали в лес. Ну, тут ты сам понимаешь, да? Тут мы порвем их всех. Все. Так, патроны, дерево, камень, ну, это, конечно, очень мало. А это у нас с тобой охота на зомби. Так, давай-ка выискивать. Опа. Опачки. Отлично. Розыск, ага. Так, еще здесь у нас есть твой ловля зомбарей.
А кого там разыскивают? Ну, таких зомби здесь, по-моему, нету, ребята. Да и мне, в принципе, большой разницы нету. Просто с тобой ловим, потом их будем уничтожать. И еще один домик. Выбираем всех, напасть. Все. 8 патронов потратили, 10 с тобой получили. А что у нас здесь? Ребята, я хочу, наверное, их наказать. Поехали. Выбираем всех. Снайпер, в принципе, должен издалека по нему. А, у нас же сейчас еще зомби. Ну, это будет веселуха. Так, выберите трофейное оружие. Я, наверное, возьму винтовку Мосина. Детальки нашли. Слушай, ну вот это хорошо. А вот здесь вот... колючая проволока, зомби. Поехали. Я, ребята, хочу попробовать и здесь тоже их наказать. Тут стена, ой, стена. Ну, правда, зомби сейчас, может быть, они помогут нам разнести это все дело. Вообще круто. Так, Макаров, Глок. Ну, возьмем Глок, потому что он более-менее такой целенький. Потерян один зомби. Ребят, ну здесь четко все. Меняем карту. Карта поменялась. Так, а здесь у нас военная база. Блин, на военной базе очень много всяких вкусных плюшек. А, ну если пойдут наши зомби первыми, а мы... Давай-ка попробуем. Давай попробуем. Выбираем всех. Поехали. Подожди, а зомби здесь... Так это вообще кул. Вот если так все у нас с тобой пойдет... Ё-моё, N94, Акабан, Макаров, AR-15, причем и ремпакет, ребят, причем все довольно на уровне. Офигенно. Конечно, что тут еще обдумывать? Нападаем, конечно же. 6-й Б лучший. Никто даже не сомневался в этом. Так, у вас, блин, не осталось. Не осталось, ребята. Да, домой. Так, у нас дома. Что я хотел? Так, тихо, секунду. Поймать 50 зомби. Что нам здесь выпадет? Мосина? А, нет. ХМ-21 плюс 1, 100%. Слушай, это винтовка, ребята. Тогда нам с тобой есть смысл... Где у нас ребята с плохим, так сказать, оружием? Вот здесь. Давай-ка мы сменим. Поставим тебе... Так, секунду. Где наше оружие? Ну, где оно? Так, это Нелли. Ё-моё, у нас же еще и пулемет Матсон есть, прикинь. Я совсем забыл. Пулемет Матсон. Так, ЭК, USP. Не будем учинить, мы также сменим. Это надо в самый низ. Вот, дадим ему ХМ-21 плюс 1. Офигеть. Здесь надо бы починить. Так, здесь... Все четко, кстати, уровень. Так, кольт плюс 1. Ну, это улучшенный кольт, поэтому мы ему оставим. Десерт игл, да? Пустынный орел. Может быть, кольт сменить? У нас же там, по-моему, вот R15. Да, тут у нас будет такая команда, друзья мои. Слушай, а мы можем сменить Итаку? О, Абакан. Трындец. Это что-то с чем-то, ребята. Так, подожди, как кто-то у нас уровень получил, а я его не прокачал. Вот он, да? Это, видимо, какой-то новичок. Давай-ка силу ему, наверное, прокачаем. Так, что у нас с тобой по ресурсам? По крафту мы что-нибудь можем сделать? Позволяет менять положение. Так, это понятно, это мне не надо. Так, секунду, крафт, вот он. Давай-ка посмотрим. Так, ну это, наверное, нам нужно сделать. Так, инструменты. Позволяет создавать пули. Деревянный забор — это не то, это не то. Так, что же? Проволока, мина. Комната. Комнату не могу поставить, да, к сожалению. Машина, блин, эти детали. Хочу побыстрее их найти. Плюс хранилище, да? Улучшенный верстак. Дротики. А дротики что дают нам? О, увеличивают запас транквилизаторов. Но мне неохота, ребята, тратить инструменты. Ладно, перебьемся. Ну что, будем начинать новый день?
Будем начинать с тобой новый день. Так, лампочку. Лампочку. Ё-моё. Ну, сейчас должны мы тут их разнести в пламину. Кто-то говорил, на 54-м дне уже играет, да? Там, говорит, полная жестянка. То есть армии зомби просто миллиардами идут. Так. Смотри, он сверху стреляет. Значит, нам есть резон ставить сюда несколько стрелков. Верно? Верно, ребята. Так, ну что, давай крутанем. Я бы вон ту винтовочку хотел бы взять бы, если честно. Вот это вот. Ну, мне... Или билетик. Ну, пистолет не хочу. Давай лучше древесину. Давай древесину, да. Вот, спасибо тебе большое. Так, древесиночку мы с тобой берем. 45, у нас, правда, ее... Ну, хватает. Слушай, вот с патронами беда. Патроны кончаются, причем очень быстро. Так, здесь силу. Силу прокачаем. Ну что, друзья мои, отправляемся с вами опять же. Опачки, это у нас... А, ну это оружейник, ё-моё. Я все время, ребят, забываю, что это оружейник. Ну, давай поохотимся, наверное, на зомби с тобой. Потому что зомби-запас мне нужно восполнять. Стоит, да? На тебе. Так, а случайно не вот этого ли мы разыскиваем с тобой, а? Ты же видишь, там розыск. Окей, здесь, по-моему, еще у нас будет с тобой возможность. По-моему, все-таки вот этот зомби, но он должен быть немножко другого уровня. Так, что у нас тут? Покажите мне. Пс. Конечно, давай вперед. Тут даже можно, знаешь, что делать? Не обязательно выбирать всех. Ай, ладно, пускай будут нападать. Можно одного взять, он тут довольно легко и просто всех ушатает. Этот вообще нормально так шмаляет. Так, давай сюда зайдем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут... Блин. Нет, ну я, конечно, рискну. Выбираем всех, само собой. Так, здесь вот, вот тут, конечно, будет сейчас жестко. Они типа с пистолетами. Они еще бегут быстрее всех. По-моему, да, ребята. Потеряна аптечка, патрона 62, а патронов найдено всего 25. То есть мы себе в убыток сделали, но зато нашли железо и аптечки. Да, ну что, зомби так зомби. Давай, где вы там? Так, секунду, сейчас посмотрим, может быть, мы найдем этого зомби в камуфляже, хотя я почему-то сомневаюсь. Камуфляж. Нету здесь, походу, дела таких зомбарей. Да и фиг с ним. Главное завалить, потом откормить. Да? Так, а мы сможем с тобой вот этого... Да господи, закрой ты вот этого. Да, в принципе, друзья мои, сможем. Давай попробуем. Выбираем всех. Так, первыми идут зомби. А где мои-то? Вот они вышли. Да, задавили. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо там. Ух, тихо, выберите трофейное оружие. Блин, по-моему, ребята, у нас там очень много кто погиб. Шакур. О, Габр... Ну, слушай, Шакур 7-го. Бонавентура 9-го уровня, ё-моё. И почти все зомби. Так, ну что, давай, наверное... Сходим на охоту, потому что зомбарей у меня не осталось. Нужно восполнять запасы. Так, а у нас с тобой сколько? Ага, секунду, у нас еще две попытки. Можем зайти сюда. Блин, что-то я немножко расстроился. Не надо было мне, наверное, нападать. Но я не думал, что они вот так вот ведро нашли. Я просто не ожидал, что вот так вот меня там разнесут. Трех, считай, прикольных бойцов мы просто потеряли. Так, тихо. Ну вот, расстроился, теперь все пошло на смарку. Так, ну что, домой, да? У меня больше нет очков. Трындец. Так, сундук у меня тут моргает. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот этих вот поставим сюда. Не знаю, может быть... Какого уровня? Этот уровня 24-го, да? Этот 16-го, а там 9-го. То есть, блин, первого уровня всякие там лохмадеи
У нас с тобой остались. Так, что мы можем ему поставить? Снайперскую винтовку. Так как он наверху, да? Так, здесь тоже сменить. Я не знаю, давай, наверное, что-нибудь на хорошенькое поставим. Вот, а, нет, тут это у Лора, да, находится. Винтовка Мосина, ребята, нужно ее починить. Обязательно. Последний ремпакет потратил. Последний ремпакет. Ну что, ребята, глянем, что у нас тут. Так, получаем, значит, с тобой 60 патронов, еды, железа и аптечки. Ну что, начать день? Я думаю, отобьемся. 20-й день. Сейчас тут панна бежит, Хламонов. Вон они идут. Ага. Трындец. Ну, у кого там уже подклинивает. Так, а стреляет только вот этот. Нам, наверное, снайпера лучше вот сюда наверх ставить. Друзья мои, да-да-да. Снайпера... А, новый выживший, ё-моё, я думаю, что такое-то. Новый выживший к нам пришел. Ну, давай хотя бы винтовку какую-нибудь здесь. Или билет дай мне, или винтовку, или лучше запчасти. Ну, не надо горючее. Горючее мне не надо, у меня его хватает. Хотя, если у нас когда будет машина, может быть, его будет не хватать уже потом. Давай запчасти. Вот вполне меня устроит такой расклад. Есть, ребята. Две детали. Кто-то уровень получил. Ну-ка. Тихонечко. Это как у 17 уровня, чувак. Слушай, не кисло. Не кисло. Так, а где же у нас... Где у нас тут снайпер? Можно мне его как-то вычислить? Дальность 15. А у снайпера сколько дальность? 15. У этого вообще 34. Можно его как-то, я не знаю... Это вот, вот он же, по-моему, да? Ну да, ты смотри, какой у него радиус обзора. И у этого не кислый. У этого вообще так тихо. Давай, давай-ка мы, наверное, вот так вот лучше сделаем. Ты прикинь, как шмаляет. Так, этого тогда сюда, а этого вот сюда. Да. Ты просто полюбуйся. Они тут просто будут выносить всех. Так, а у этого пулемет, надо, ребята, как-то говорили, на голову друг другу ставить. Я не вижу, ребята. Как тут можно друг другу... А что? А, у него уже ключ. Ну, это, ребята, сосунки. Так, предположим, поехали. Территория, так, территория. Наверное, мы с тобой сходим на зомби, походимся чуть-чуть. Буквально чуточку. Ой, жирненький упал. Ага. Кучерявый. Эй, кучерявый добегался. Что, пойдем сюда? Ну, тут, ребят, грех не сходить. Выбираем вот этого вот и нападаем. Он один тут справится, верно? Вот и все. 4 патрона мы потеряли, 2 патрона нашли. Здесь что? Ох, ё, просто тут опасно. Хотя, что опасного-то? Валим, ребята, валим их. Напасть, конечно же. Выбрать всех, поехали. Мы сейчас тут половину с тобой сверху. О, видишь, что вытворяем? Просто разнос. Вот и все. Патрон, блин, 48 патронов теряем. Патронов мы почему-то с тобой меньше находим. Меня это напрягает, если честно. Так, давай здесь, наверное, зомбиков поищем с тобой. Опа, а нет, это не тот, ребята, это не тот, я попутал. Шерлок Холмс упал. 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 Так, ну, 3 зомбаря мы с тобой схватили. 4-й, 3-й уровень. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Че, рискнем, ребятули? Рискнем. Или не рисковать, блин. Рискнем. Рискнем. А почему он именно здесь поставил защиту? Почему так происходит?
А, у нас тут еще зомби. Вот эти быстрее бы шли бы, чем эти зомбари наши. Так, тихо. А, десерт. А что интересно лучше? Так, дальность 3,90. Ну да, игл получается лучше будет. Блин, Милослав. Ну ладно, ребята, он хоть первого уровня. Ведро получили с тобой. Еды, железо, камень, дерево. Первого уровня мне не жалко, чувачка. А тут вот... Блин, тут мина. Нет, это... Это опасно. Ладно, выйдем. Что, поменяем карту? Так, зомби, подожди секунду. Блин, я уже нажал. Надо было посмотреть, что там за шериф. Там, по-моему, военный склад. Да как так-то? Я же... Зашибись, я стрельнул ему в голову, почему-то не засчиталось мне. Это же у нас военный склад. Их тут дофигища. Ну, военный склад, ты же понимаешь, здесь самые-самые вкусняшки. Я рванул, ребята. Все-таки я рванул. Риск. Но надо. Понимаешь, надо. Так, кто-то, по-моему, у нас уже там погиб. Нет, никто не погиб, зато смотри, найдено. Винчестер, М21, АН, АК-47. Ё-моё, Галиль. И патронов 462 штуки. Ну, разве это не великолепно? Конечно, ребята, великолепно. Конечно. Так, давай валим этих всех супостатов. Просто изумительно. Так, камень, патрон, пила. Все, у нас очков нету, надо идти домой. Ну что же, вот мы и дома. Так, что-то у нас здесь, ребята, с вами... Захватить 10 вражеских баз. Достижения, да? А ну-ка. Аптечки. 34 штуки. Ну ладно, пригодятся, надеюсь. Так, кто-то уровень получил. Прокачиваем еще, да, еще двое. Подожди-ка. Да, верните мне. Это 18 уровень. Так, все, больше никого нету. Больше никого нету. Так, что я хотел? Я хотел. Давай-ка мы, наверное, сменим кое-кому оружие. Так, вот, например, здесь сменить. У нас тут, блин, вот это вот можно как-то убрать или продать? Наверное, продать это можно, да? У нас с тобой слишком много всяких глогов и тому подобное. Так, вот, АН-94 ставим. Дальше, все что ли? Остальные у нас типа вооружены по топчику. И надо взять награду. Что нам тут, 17 патронов? Ну так себе. Ну что, поехали, новый день. 21 день выживания. Так, ускоряемся. Мяукают они мне здесь. Так, кого-то опять клинит. Ух ты, а это что за зомби такой? Какой-то зараженный был. Смотри, как у нас патроны с тобой улетают. Со скоростью света. Чумы какие-то зомби идут. Так, Джованни, оружие. ХК-USP. Окей, ХК-USP. Кто-то даже успел заработать себе на уровень. Так, это Григорий. И Нелли. Так, с тобой мы можем еще крутануть рулеточку. Мне такое ощущение, что скоро мы с тобой будем за бои по 3 раза рулеточки эти крутить. Дай либо билетик мне, пожалуйста, либо вот эту вот... Нет, лучше запчасти. Но только не пустую ячейку. Ну, бензин, фиг с ним, пускай будет бензин. Хотя лучше запчасти. Ну, это все-таки бензин, да? Все-таки бензин, друзья мои. Так, что я хотел сделать? Опа. Я хотел покормить зомби. Так, давай возьмем с тобой самого такого прокачанного. Кого там разыскивали? Ну-ка, дай-ка я гляну. Награда. Так, Габриэль, 15 уровня. У вас есть такой зомби? Я тебе говорю, что такой зомби у меня есть. Габриэль. Так, где он тут находится? Покажите мне, пожалуйста. Вот он, скорее всего. Его надо кормить. И скармливаем.
абсолютно всех. Пятнадцатый уровень он должен, ребята, получить. Фиговенько. Не хватило. Ладно. Смотрим награду. Или как там у нас? Смотрим, потом идем, да? Нет, вначале пойдем на карту. Сделаем с тобой рейд, вылазку. Так, вот они, зомбики здесь. Зомбики нам нужны. Блин, прыщавый какой-то был. На тебе. Тыч. Пухлого. Пухлого завалили. Ну, уже лучше. Третий, четвертый уровень. Так, здесь, он, здесь у нас выживший будет. Блин, почему-то этот зомби, ребята. По-моему, он будет отравлять. Слушай, выжившие нам нужны? Нужны. Поэтому погнали. Окей. Тюн-тюн-тюн такой, да? С глушечком. По-моему, все четенько, да, ребята? 50 патронов потратили на Зим 7 уровня и Калин 5 уровня. Так, прикольненько. Что дальше мы с тобой? Идем сюда. Ну, это сосунки, а не зомби. Просто сейчас всех порвем. Вот хорошо, когда снайперы, да, ребята, они могут с верхних этажей просто сносить чуваков заранее уже. И никто нам ничего здесь не сделает. Так, патроны 40. Ну, тут уже прибавка идет. Видишь, 16 потратили, 40 получили. Плюс железо, аптечки и тому подобное. Так, он здесь один. Я хочу, ребята, его порвать. Ой, а я сейчас могу же потерять зомби своего. Я его уже потерял. Трындец. Я потерял зомби, которого ловил. Ты понимаешь? Так, меняем карту. И здесь у нас склад. Ай, блин, почему я все время называю склад? Вот у нас склад оружейный. И я хочу его навестить. Да, друзья мои, хочу навестить этот оружейный склад. Точнее, это военный склад. Ну, как ты понимаешь, здесь и оружие будет. Кого-то, я думал, прижучили. Ремкомплект. Галиль, Мосберг. Окей. И остается только лишь навестить вот эти вот захудаленькие, так сказать, места. Опа, игровая карта нам достается. И остается еще 2 очка, да, у нас с тобой. Здесь посетим. Тогда уж. Всех выбираем. Что тут будет, я не знаю, ребята, посмотрим. Ну, здесь разнесем в хламину все. Абсолютно. Тут нам никто ничего не сделает. Даже вот этот партизан. Так, патроны 34, камень, вода, бензин, железо. Нет, 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 не буду я, ребята, ходить больше на эти вылазки. Нафиг, нафиг. Так, день. Рулетка. Слушай, давай мы с тобой рулетку чуть попозже. Вначале мы хильнем. Ой, хильнемся, прокачаем уровень. Так, здесь вот еще можно. Закрываем. Так, ну что, сезон охоты или все-таки... У вас нет такого зомби, да, ребят? Я его профукал. Я забыл, что этот. И отправил всех. Ох, ничего себе. Не жадничай. Так. На что бы тебе поменять? Такой пушки у меня просто, ребята, не было еще. Я не знаю, сколько он. Если он за детальку просил 100 там с чем-то древесины, здесь, наверное, 100-200, может быть, попросит. Сейчас глянем. Опа. Не так уж и дорого, кстати. Обмениваем. Не так уж и дорого. Детальки мне обходились в разы дороже. Так, рулетка, это все понятно. Ну, давай глянем, наверное. Ну, так себе, 117 патронов. В принципе, сгодится теперь. Я хотел, знаешь, что сделать? Починить. Так, давай вот здесь вот все сделаем. Так. Ать, попался. Хотите посмотреть и получить награду? Нет. А, уже, то есть, я буду за просмотр, да? Рекламы получать награды. Жадно, жадно. Так, ладно, закрываем. Рулетка, это все понятно. Колода, обмен карт. Обмен карт. Зомби. Выбрать. Выжившего.
Выбрать. А здесь что? Навыки. Вот с этим я, кстати, вот немножко, ребята, не разобрался. Как? Что там делать? Что-то выбираешь? Что-то колоду тусуешь? К чему? Что? Почему? Я так и не понял, ребята. Спасение эпизод. Блин, мне нужен транспорт. Я гоняюсь за этими деталями, как не знаю что. Я уже даже их не трачу, ребят, ни на что. Ну что, починка, да? Давай смотреть. 68%, 77%, 94%, 79%. Ох, 41%. Починить. Ремпакетики-то у меня кончаются. Скоро буду с пистолетиками бегать, судя по всему. Давай-ка мы тебе сменим что-нибудь. Что у нас есть? Или с голыми руками, или с битами буду бегать скоро. Посмотри, все уже покоцанное. До ужаса. Ух ты, чего себе. Прикольно. 26%, да какое там. Меняем, конечно. Вот. Галиль. Одевай. Так, тебе тоже надо сменить. Мосберг. Пускай будет, да? Все. Больше у меня никого нету. Ну что, ребята, в атаку? Где там зомби-то у нас? Я просто как начать день. 22-й день мы с тобой выживаем. Ускоряемся на X4. Что-то железо у меня как куда-то девается маловато. Блин, что за зомби чумные такие идут? А? Раньше не было таких. Теперь появились. Ай, красиво мы их, да? Стригем. Давай, 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 давай. Не подпускаем этих голодранцев. Последний, да? Есть контакт. Фух. Так, у нас с тобой... Ну, еда улетает, но еще терпимо. Улетает, но терпимо, да, так скажем. Прокачечку. В плане. Я уже немножко пуганулся. Ать, опять за рекламу, да? Нет, здесь за просто так дали мне. Так, ну что, крутим рулетку тогда. Фиг ли делать, ребят. Опа, я не знал, что здесь есть огнемет. Но он, по-моему, нам уже где-то попадался. Вот дайте мне два ремпакета, пожалуйста, а? Вот два ремпакета. Вот было бы самое то. Ну, пять еды, ну. Это же не серьезно. Пять еды, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, что такое пять еды? Это смех, кур на смех. Да? Ну что, пойдем тогда в лес. Опа, а что это такое? Обнаружена новая локация. Ага, понял. Склад. Ёпрсты, сколько их тут. Но сюда стоит идти. Не то, что стоит, тут надо в обязаловку стоять. Вот тут, конечно, жесть. Вот тут вот творится, ребят. Хотя подчистили. С дробаша чувак, конечно, наяривает, будь здоров, да? Ты видел? Так, патроны потратили 163, а получили 500. Фига себе, L85А2. АКС. Винтовка Мосина. ЛР-3. Блин, ну это шикарно, ребята. Шикарно. В эти места обязательно нужно заходить, потому что запас оружия, ты сам видел, оно у нас очень быстро ломается, и нужно его постоянно пополнять. Еще и пилу нашли с тобой. Так, еще и пойдем из зомби поохотимся. Так. Эть. С повязкой, с красной. Ага, попал. Очкарик. Да ё-моё. Вот так вот. Надо, конечно, вот этих ловить, зомбарей, но... Я ловлю, кого ловлю. А в чем прикол здесь? То есть мы будем уничтожать до турели, что ли? Не хочу, ребята, я сюда идти. Серьезно тебе говорю, не хочу. Давай сменим. Охота на зомби. Ну ладно, давай. Это никогда не будет лишним. Так, это случайно. Нет, это не тот зомби, да? Где этих найти? Вот который, ребята... Ну ладно, одного, которого в розыске мы с тобой сфейлили сами. А вот где вот этого вот найти? Сколько бомблю, все никак он мне не встречается. Ну-ка, давай глянем здесь. Пухленький какой идет, а? На тебе. Тут можно просто стрелять в любого и попасть. Он прыщавый такой. Прыщавый, в шрамах всякие ты. Искореженные. Избомжеванные, да? Давай, нападаем все.
Вышли к обрывчику, называется, да? Но такие вот на обычные вылазки я уже считаю как-то нецелесообразно выходить. Согласись. Ну-ка, напасть всем. Этого мы сможем, интересно, порвать? Ой-ой-ой-ой, тут же колючая проволока. И... У нас кто-то погиб ведь, да? Нет, слава богу. Ремкомплект. Есть контакт. Ребят, домой. Домой идем. И вот наступила ноченька у нас, да? Так, что мы с тобой можем сделать? Во-первых, кому-то поднять уровень. Здесь 11 левел. Дальше возьмем награды. Найдено, и все по ходу дела, да? Больше нам здесь делать нечего. Крутить рулетку мы будем немножко позже. Сейчас знаешь, что я хочу посмотреть? Я хочу, ребята, им поменять оружие. Так, чинить не будем, просто сменим. Потому что мы нашли с тобой прикольные штуки, да? Так, это у Андре. Надо в самый низ, наверное, идти. Потому что это все внизу у нас где-то находится. Эть, попался. О, смотри у нас. Фига, М21, конечно, берем. 76%, так, 76, 91, 63, снайпер. Так, Драгунов, Мосина. Так. И я даже не знаю, что делать. Все. А, ну если дробовик поменять. Ладно, фиг с ним, ребята. Дробовик. Дробовик тоже хорош, но, правда, не здесь, именно на вылазках. Именно когда вплотную они подходят. То есть он бомбит довольно кисло. Видишь, как он стреляет, а? Красавчик. Это Драгунов. Просто нахлобучил. Или подожди, или это не Драгунов? Не, Драгунов, вот у нас новая винтовка. Эх, морячок наяривает, да? Красавчик. Вот и все, делов-то на копейку, друзья мои. Делов-то на копейку. У нас с тобой минус 23 еды, 92 в плюс идет. То есть мы себе в плюс, ребята, живем, так сказать. Ну что, давай крутить. Что здесь пригодилось бы? Билет. Билет. И навык, наверное, да? Я бы, конечно, либо детали, либо ремпакет. Но нам, как всегда, дают древесину, либо горючее. Одно из двух. Либо горючее. Все-таки горючее, да? Ну, ладно. Окей, я не против. Ну что, дорогие друзья, мы с вами дожили до 23-й ночи. Будем закругляться, обязательно продолжим, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.